Всем привет! Сегодня продолжение обзора построек базальта. Дальше у нас гигантские постройки идут. Давай посмотрим. Первый — это танковый ангар. А что тут деревья так валяются на друг друге? Это я просто сделал то, что расчищали. Танки советские тут и все. А, давай посмотрим, что за танки. Первый танк — это МС-1. Ну, потому что я делал его в такой расцветке для этой, для пустыни. Две пушки? Три даже? Не, это одна — это пулемет, другая — это снарядами стрелять. Он похож из микробокса. А как в него залезть? Тут очень трудно залезается. Это вот другой люк. Маленький проходик. Один из них — это пушка управлять, другой из них — это ездить. Первое кресло — это для водителя? Ну, вот это вот для водителя. Первое для водителя, а второе для пушкой управлять. Танк для двух людей, да? Давай посмотрим на следующий танк. Вот это у меня, не так хорошо получилось. Мы же не покатались. Давай. Если что, есть один танк, который не едет. Я забыл его просто доделать. Нет, садись на другое кресло. А из пушки как стрелять? По-моему, на F. Или я их не соединил. Я уж не помню. Эту постройку я делал летом просто. Давай посмотрим следующий танк. Следующий танк, который мы, наверное, это просто, РК-танк. Просто ездить, но я его также забыл доделать. Что просто вид есть. Тут гусеница получше выглядит. Это, только кажется, французская ПТ-САУ, да? Это советская ПТ-САУ. КВ-2 там был, да. А вот это что? Это вот танк называется Тетрарх. Тут проход побольше. У него вращается башня и пушку стреляет. Тут я более сделал правильно, но я забыл, это сделать ему. Именно чтобы он ехать мог. В другой постройке кое-какой, я уже все это починил. Я его взял только потому, что он маленький, в одну постройку. Но спойлерить лучше пока что не буду. Нет, тут вот был проход. Два у меня, наверное, самый, который получился. Они еще так прикольно спускаются, когда ты на кнопку нажимаешь. Садись за свое кресло. А где тут второе кресло? Это внизу для этого, а в самой пушке это этот. У него очень широкие колеса, я их сделал так, чтобы он мог ехать, но он едет плохо, короче, слишком врезается, у него невидимые колеса. А пушка как работает? Так крутит, по-моему, на... Нет, стреляет. Ни на какую пушку, нет. Ни на какую кнопку не нажимать. И просто пушка. Подняться, то предыдущий. Да, это там просто. Раньше там я хотел сделать типа комнату разработчика. Здесь ничего, да? А тут просто. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.